Они тоже когда-то учились в школе «Лучшие годы жизни» и навеяли сотрудникам интернет-портала «Мегатюмень» идею интерактивного конкурса для старшеклассников «Самый дружный класс». В ноябре развернулась борьба за сертификат на проведение выпускного в одном из ресторанов. Просто в нашем портале было всегда много школьников, и нам было интересно устроить с ними какую-нибудь интерактив-игру. Соответственно, как бы начали думать, что их может интересовать, и поняли, что как бы для 11-классников нет ничего важнее, серьезнее, чем их выпускной. Почти 5 месяцев продолжалось интерактивное состязание. Более 30 участников, сотни тысяч голосов. В финал вышли 3 11-х класса. Посмотри на мир наш удивительный. Это наше небо, наша родина. 11-й А гимназии номер 12 рассказала себе без лишних слов. Их подборка веселых школьных фото скоро пополнится. Ведь в качестве приза за 3-е место ребята получили сертификат на профессиональную фотосъемку выпускного. Пластичных и задорных 11-классников 72-й Тюменской школы ждут целых 2 фотосессии – на выпускном и последнем звонке. Такой приз портал «Мегатюмень» подготовил за 2-е место. Главным победителем сегодня объявляется 11-й А-класс гимназии при Тюменском государственном университете. Самый дружный класс опередил соперников на 1/3 голосов, набрав 107 тысяч в свою пользу. И на награждение они пришли все вместе – 23 мальчика и 4 девочки. Неудивительное соотношение, учитывая, что 11-й А гимназии Тюменского университета – это физмат. Мы, конечно, любим наших учителей, гимназию, класс, но больше всего мы любим физику. И 3800 у нас на столе. Ручка, ластик, карандаш. И зовемся все мы, конечно, физмат. Самый дружный класс теперь не будет ломать голову над тем, как отметить прощальный вечер. «Мегатюмень» подарила победителям сертификат на проведение выпускного на 70 тысяч рублей. Анастасия Касымова, Александр Вележанин, Сибинформбюро.